я вот тут подумала, нет у меня никаких условий. Да, меня все устраивает. А, петухом сейчас пройдет. Невеста. Ты меня, Михорыч, может, какие условия? А нет, не, условий нету. Я даже решил, вот что, курить брошу. Все, не курю. Да. Ой, а вы знаете, а я вот даже люблю, когда от мужчин на боку. Снова курю! Да я раз такое дело, то раз больше курить стану. Вот так. Потом хайма. Ну что ж, выслушала я вас обоих. Вы, конечно, можете сходиться. Люди с ума сходят, и то ничего. Но все ж хочу вас спросить. Как вам несовестно? Как же вы после этого на белый свет глядеть будете? Да люди всю жизнь живут одиноки, и я всю жизнь одинокая, с 23 лет одинокая. А что, ко мне не сватались? Сватались. Не ходили по ночам, не стучали в окошко. Ходили, стучали. Вот ты, Глухов, не приходил ко мне в сельсовет и говорит, что жить без меня не можешь, а? Ну, разведет завистница. Да чё ты, я же, да я по дурости, ну я выпивший тогда был, да, слушай, 50 лет тому назад, только не хватило. Молчать! А теперь он умный стал, а 70 лет жениться надумал, умный. А ты-то, погляжу, подумаю, в тепле пожить. Ты, богомольница, на других пальцах показывайте грех. А сами, ты какой же вы пример половинки молодым? Вы об этом задумались? Вы свои ответственности перед народом, понимаете? Пошла ты! Закрой! На! Так, идем, пожалуйста, идем! 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 Идем!